Недавно на здании фитнес-центра, примыкающего к Видновскому бассейну «Дельфин», появилась вывеска пивного паба. Вовсю идут работы по возведению летней веранды. Здание граничит с Видновской школой номер 7, через дорогу – детский сад. Весьма опасное соседство. Самые активные жители района начали обсуждать ситуацию в социальных сетях и писать в администрацию муниципалитета. Несмотря на общий забор, возведенный вокруг «Дельфина» и фитнес-центра, принадлежат они разным собственникам. Это частная собственность, это фитнес. Мегаполис, там есть свой хозяин, своя территория. А мы вместе, как едино, целый ансамбль. Для разбирательства на место выехала комиссия, состоящая из представителей администрации района, управления по борьбе с экономическими преступлениями, полиции и управления образования. На месте оказались рабочие, завершающие ремонт внутри помещения и возводящие уличную веранду. И арендатор, который уверен, они ничего не нарушают. Здесь мы как бы здоровый образ жизни пропагандируем. Школа тоже и садик. Да, конечно, есть, мы, да? Мы знаем, что и в непосредственной близости. Рядом с нами пап. Ну, давайте так, пап под собой подразумевает не продажу крепкого спиртного, как минимум. Вот, мы здесь планируем сделать интересные мероприятия для жителей города, всевозможные. И сопровождать это будет максимум слабоалкогольным напитками в виде пива, не более того. То есть мы все нормы соблюдаем и понимаем, где мы открываемся и что мы делаем. Действительно ли арендатор соблюдает все нормы и законы, еще предстоит установить. Реализация алкоголя регулируется федеральным законом 171. Все запреты в этом законе определены и прописаны. Расстояние до ближайших учреждений, где не может быть реализация образовательных, спортивных, определена постановлением администрации Ленинского района. Сейчас ясно одно – вывеска и строительство летней веранды еще не согласованы в администрации. Поэтому комиссии принято решение приостановить все работы до окончания проверки. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.